Всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. А сегодня я снимаю такое небольшое видео о моих новых покупочках. В принципе, их было немного. Просто покажу, что я приобрела. Так что, кому интересны такие видео, оставайтесь со мной. И начну я с одежды. Я купила, девочки, два таких очень хорошеньких, пушистеньких, мягеньких свитерочка. Один из них вы видели в моем последнем видео о духах-фаворитах на зимний период. Вот, покажу вам его. Вот такой вот красненький. Я просто, девчонки, просто влюбилась в них, когда их увидела. Вы знаете, я прямо аж купила сразу два. Вот. Ну, вы примерно поняли, да, как он сделан? То есть вот такая пряжка, как травка. И он очень мягенький, очень тепленький и очень-очень приятный к телу. Вот. Вот такой вот красненький. И второй вы можете наблюдать сейчас на мне. Абсолютно такой же, только немножко другого цвета. Фусия. По-французски, по-русски, по-моему, фуксия. Вот. Обожаю их, просто обожаю. Прям не снимаю их, очень тепленькие, очень приятные к телу, и очень такие красивые яркие цвета, поэтому я очень довольна, что их приобрела. Дальше, что я купила? Купила ремень, обычный ремень для джинс, так как этот аксессуар у меня такой повседневный, я люблю ремни. Вот, вот такой вот ремень с такой вот отделкой. Дальше, и купила, девочки, штанишки одни, такие симпатичные. Они сейчас очень модные, кстати, это новая коллекция. Вот, они выглядят вот так. Вот вы видите ткань. Ткань такая вот как бы имитация под кожу, да, но она очень тонкая. Вот, на такой вот кулисочке с шнурочками. Вот, вот такие они немножечко свободненькие. И внизу они с такими вот манжетками сделаны. Если вам видно. Вот, вот такие вот манжетки. Ну, очень классные, девочки, знаете, очень стильные, они мне очень понравились. Кстати, можно одеть их под спортивную обувь, также можно одеть их под какие-то ботиночки, например, да, на каблуке или под саба. Вот, так что вот такие штанишки. Ну и следующие покупочки, девочки, это были покупки косметики. Первая покупка, это покупочка была сделана в бутике Марино. Вы знаете, что я очень люблю этот бутик. И у них сейчас опять минус 25% на наборы с духами и на какие-то ваши любимые продукты. Ну, на какой-нибудь один продукт. Вот, так что, девочки, кто уже во Франции, я вас информирую. До 15 декабря у них это скидка. Вот, что же я купила? Я купила, девочки, у них еще один набор. Примерно такой же, какой вы видели в моем последнем видео, да, от Lancôme, где есть тушь, смывка для глаз. Но там был карандаш. В этот раз я взяла вот такой вот наборчик от Estée Lauder. Здесь также тушь для ресниц, объемная смывочка для глаз и крем вокруг глаз ночной. Вот. Ну, почему я люблю такие наборы, девочки? Потому что цена этих наборов абсолютно такая же, как цена одной туши. То есть, ну, выгоднее, конечно, купить сразу такой набор, здесь три в одном, да, чем одну тушь. Цена одна и та же. Ну, и я приобрела со скидкой минус 25%. Вот, сейчас по-быстрому покажу, как он выглядит внутри. Ну, и внутри он выглядит вот так. Ну, тушь я не буду открывать, время не буду занимать, она абсолютно такая же, как вот на рисунке. Тушь, которая дает объем. Вот, потому что я очень часто пользуюсь, можно сказать, даже можно сказать каждый день, да, такими продуктами, как туши для ресниц, пудры, губные помады. Это такие мои must-have. Поэтому для меня их много не бывает. Вот. И второй продукт, который я купила, там же в Марино, я купила губную помаду от Christian Dior из серии Rouge Dior Nude. Вот такая вот помадка в номере 663. Вот. Очень мне понравилась мне помада. Она, кстати, сейчас на мне, если вам видно ее цвет. Вот. И сама помадочка выглядит вот так. Очень мне понравился цвет, девочки. Я вот именно хотела что-то вот именно для дневного макияжа, если вам видно. Вот. Она такая вот какая-то освежающая, не бледная и не слишком кричащая. Вот как раз-таки то, что я люблю на дневной макияж. Вот такой вот сводч ее. И вот такая вот текстура. Очень нравится. Очень такая мягенькая, невесомая. Абсолютно ее не чувствую на губах.
и текстура такая очень увлажняющая. Вот. Так, что же они мне подарили здесь? Дали мне пробнички, как обычно. Так, дали пробник от Терри Мюллера «Ангел». Вот такой. Дальше пробник от Духова «Репито». Вот эти. И пробники двух кремов. Один крем от Сисли противовозрастной. Вот такой вот. И второй крем от марки Киренес, что ли. Также антивозрастной. Не знаю. Еще не пробовала. Далее. И следующие покупочки я совершила в Сефоре. Купила два продукта от Urban Decay. Покорили на меня эти два продукта. Не могла устоять, девочки. Первый продукт – это пудра от Urban Decay, которая называется Skin Ultra Definition. Вот, в номере Medium Light. Если вам видно. Вот, вот такая коробочка металлизированная. Открываем коробочку. Вы видите внутри рисунок. И находится вот такой вот мешочек. Ну, очень все красиво сделано, конечно. Вот. Наблюдаем вот такой мешочек, где и находится сама пудра. Сейчас я вам покажу ее. Тоже очень мне понравился дизайн. Вот такой футляр идет, если вам видно. Сама очень красивая такая вот упаковка, да. И сама пудра, конечно, просто великолепна, девочки. Вот такое вот зеркало идет. И вот сама пудра, ее тон. Открывается отделение второе, и здесь мы наблюдаем спонжик. Спонжик очень хороший, и сама пудра меня просто покорила. Вы знаете, я прочитала очень много хороших отзывов на сайте Sephora об этой пудре. Все ее хвалят, что у нее прекрасное покрытие, она прекрасно маскирует недостатки на лице, она прекрасно матирует, хорошо держится. Вот ее сводч. Ну, примерно сюда сделаю. Вот. Поэтому я просто в таком восторге, что я ее купила. Дальше. Следующее, что купила, это также продукт от Urban Decay. Тени. Тени-однушечки. Вот они идут вот такой коробочке. Вот такие красивые тени. В номере называются они Diamond Dog. Не знаю, если вам видно название. Вот, открываем коробочку и посмотрим сами тени, да? Ну, они такие маленькие, то есть сама упаковочка вот такая вот маленькая, но видите, да, какие красивые тени. Ну, дизайн очень красивый, конечно, у теней. Вот, открываем, и мы наблюдаем сами тенюшечки. Потрясающей красоты, очень люблю такие тени, вот я взяла именно в коричневом тоне, там есть разные тона. Сделаю сводч, вот их сводч, попробую нанести здесь и растушевать. И вот такие вот тенюшечки, да? Очень красивые. Вот не могла я устоять перед ними. Уж очень они меня завлекли, как говорится, да? Так, дальше. И, ну, Сефоре что-то они мне совсем мало всего дали. Пробник от духов Живанши, «Ангел или демон», «Le Secret». Вот эти. И разглаживающая база «Праймер» от Сефора. Вот, вот, в принципе, и все, девочки. Вот такие были небольшие покупочки. А, кстати, под скриптом, девочки, по поводу туши Шанель, да, я как-то сказала в одном из последних видео, что она мне не очень понравилась по нанесению. Девочки, поменяла я мнение свое. Вы знаете, Светулечка, ты была права. Действительно, вот где-то после 2 недель, как я ее купила, она вот прям стала меня радовать. Вы знаете, она, видать, немножечко подгустела. И вот сейчас она ложится просто-просто замечательно. И я сейчас очень довольна. И теперь я не жалею, что я ее купила. Вот. И, в принципе, вот и все. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, девочки, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все, всех целую. Чао.